Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Гусанёк, Crazy Phone, Фрэнка, пацаны, поздоровайтесь! Здорово! Всем привет! Ребята, сегодня нас вызвали расследовать убийство в пиццерии. Будем смотреть, что здесь произошло. Смотрите, 5 трупов и разбитая военная техника. Никого здесь нету. Ну, с виду все нормально. Да только с виду. Ну, сейчас будем смотреть. Я нашел мертвого охранника в офисе. Иду. Смотри. Ничего себе, выломанные двери! Нифига себе, здесь что-то очень серьезное произошло. Охранник наш лежит. Опа, смотри, аниматроник. Так, это у нас как заброшенный склад. Смотрите, все разломано и поломано. Автоматы валяются, игровые. Офигенная пиццерия, ребята, здесь очень страшно находиться. Маринетка стоит. Ну, я так понимаю, что это просто куклы стоят. Декорация. Надеюсь, да. Они не оживут и не будут нас мочить. Четко. Ого. Так, нам дали планшеты. Давайте проверим, работают камеры здесь или нет. Камеры работают, пацаны. Сигнал есть с камеры, это хорошо. Так, туалеты. Четко все работает. Отлично. Так, будем сейчас все расследовать здесь. Так, что здесь у нас в туалете? А, ну давай. Ребята, уже охранник один обосрался, поэтому все нормально. Туалеты здесь даже работают. Я что-то слышал, пацаны. Туалет? Походу, туалеты. Не-не-нет, какой-то звук, как будто аниматроник был. Ну-ка. Блин, они здесь все поломанные. Так, здесь что у нас? А, жизни уходят. Нифига себе, там мороз стоит. И двери закрыть нельзя? Не. Все замерзло. Так. О, смотрите! А стоял здесь этот? Подставка с аниматроником? Нет. Я не понял, что за бред. Или стояла? Да не, не было. Дверь-то была закрыта? Ну да. Так, уже что-то творится очень странное. Давайте сюда сходим, посмотрим еще. Так, закрываем везде двери. Мы тогда будем слышать, если кто-то будет открывать двери или закрывать, мы будем сразу чекать. Вот опять стоит, смотрите. Да как оно здесь появилось? Оно же стояло только что здесь. Что за фигня? Может, галлюцинация? А такое может быть у нас? Я это запишу. А ну давайте сейчас отойдем. Так, записываю все. Рапорт. Давайте зайдем за угол и зайдем опять посмотрим. Изменит оно свое местоположение или нет? Так, а ну идем посмотрим. Да! Ух ты. Реально изменило свое местоположение. Это очень странно. Так, а ну давайте посмотрим на всех аниматроников. Они здесь точно не живые? Что-то я уже боюсь здесь находиться. Кстати, все резко оживут и начнут нас мочить. Это будет очень плохо. Я нашел место, где спрятаться. Это хорошо, где покажешь нам его. А где он? Пропал. Где эта штука? А где она? Ну, это тоже плохой знак. А ну покажи, где можно запрятаться. Ну, тут место на двоих только. Нифига себе, здесь все разрушено. Так это могила, ты нас в могилу привел? Нет, что-то я не хочу. Давайте крышу обследуем. Давай. Тут ничего обычного. Да, все спокойно. Ни в крови, ничего здесь нигде нету. Аниматроник бежит! Аниматроник? Опа. Я видел его, он бегал. Давайте посмотрим. Вот аниматроник стоит. Мишка Фредди? О, вы видели, он исчез? Да что за бред здесь происходит? О, вот он! Закрывай двери! Бегите! Быстрее! Пацаны, давайте все в кухню! Быстрее, закрывай двери! Закрывай, закрывай! Так, включаем планшет и смотрим по камерам, где он находится. Вот он ходит по главному залу, пацаны! Вот он стоит. Так, давайте другую камеру включим. Где он? Вау, сзади! Ё-моё, быстрее! Бегите! Так, тут дверей нету. Пацаны, мы что, здесь умрем сейчас? Ни за что. Так, закрывай двери. И здесь закрывай двери, быстрей. Так, включаем камеры, где он ходит, смотрим. Главный зал нету. Коридоры пусты. В туалете нет никого. Игровой зал тоже чисто. Я его слышу.
Слышите? Только молнию слышу. Как будто кто-то рыгает. Ну что, дверь умеет открывать? Да вроде бы нет. Я слышу, кто-то что-то открыл. Вы думаете, он здесь за дверью? Я не хочу проверить. Или здесь за дверью? Может, ему кекс дать, он подобреет. Проверь. Ой, иди дай ему кекс, мы посмотрим. Откройте дверь. Иди. Иди, а мы будем закрывать двери. А я буду по камерам смотреть, как он умирает. Вот он в туалет пошел, смотрите. Он пошел ссать. Аниматроники ссут, что ли? Походу кекса. Что он будет делать? Он в туалет? Он рыгает? Я не знаю. У него голова болит. Он очень страшно, ребята, выглядит. Очень стрёмно. Давай ему кекс. Положи ему. Давай, давай. На, поешь. Не боишься его? Закрой дверь ему в туалете. Посмотрим, может дверь открывать или нет. Так, отлично. Сиди, беги. О, я слышу этот звук головы. Он щелкнул головой. Он починил себя. А нет, он упал. Он ползет. Насколько он сильно разрушен, что он даже ходить толком не может. Так, и что, он просто лежит? Он отдыхает. Да что это с ним? Такие звуки громкие издает он. Так, внимательно смотрим, что он будет делать. Выходит. Он умеет открывать двери, это очень плохо. Он двери может открывать. Я вам все это... Так, я кавацию камеру проверяю, где он может еще оказаться. Так, здесь его нигде нет. Главный зал? Я его слышу. Бежит в комнату охраны. Он тут. Вот он. Так, он пошел в какую-то коптерку. Пацан, он нас ищет. Он ищет нас. Блин, он скоро к нам придет. А как нам его обезвредить? Нам же не выдали оружие, ничего. Он здесь? Ё-моё, ребята, я испугался просто, жесть. А вот что это за комната за стеклом вот тут? Ой, давайте ее обследуем. Это же по трупу будем сейчас ходить. Бедный. Коврик. А что здесь вообще находится? О, пасхалочка. Это что там? Автомат? У нас автомат ходит. Какой автомат? Вот. Давай поиграем в автомат. Давай поиграть. О, давай. А я не умру от этого автомата? Ну, вроде нет. А он не работает, я нажимаю все, просто синий экран. Синий экран смерти? Ну, не работает он, пацаны. Опа. Ой. Ну, что такое? А ну, подальше отойдите. Что дальше? Вылазит аниматроник, смотрите. Быстрей, быстрей. Блин, ребята, это страшно. Я заныкался. Бежит. Очень хорошая нычка. О, сюда? А! Это просто испугало нас, мы живые. Да. Так, ребята, я пока здесь запрячусь, посмотрю по камерам, где он ходит. Так. Вот чисто. Так, туалет и чисто. Главный зал. Вроде бы чисто. Я вижу, как ты там прыгаешь. Так я не вижу никаких аниматроников, движений никаких значит, не вижу. Значит, она пропала. Можно так, ходить. Отключаем камеры. Пацаны, нам расследовать надо, они танцуют. О, смотрите, что это? Подарок. Она именинник, открой подарок. Ну, да, что это за стрёмная шкатулка, я вообще не понимаю. Нет, ты куда? А что, это нормально? Законно, что она ползает? А ну, давайте посмотрим, куда она нас ведет. Давай. Холодильник? Так мы умрем там. Ты мне кастрюлю хочешь подарить? Да, все, забирай. Заходи. Куда ты идешь? Только ты умрешь, у тебя жизни кончаются. Ты сейчас сдохнешь. 5 хп. Блин, и дверь закрыть не могу. На. Быстрей. Маринетка вылезла. Так. Сральник. Я в туалет. Давай, 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 закрывай двери. Так, давайте по камерам посмотрим, где она. Так, чисто. Она в другой туалет заходила, смотрела нас. Она ищет нас. Будьте внимательны, пацаны. Такая тишина, все слушают. Я хотел выбежать. А кидает мне скример. Я ничего не вижу. А я могу ходить с этим скримером. Ой, у меня сейчас сердечный приступ схватит, ребята. А, она вот здесь. А, быстрее, беги.
Я на улице, пацаны. Если попробую в пиццерию попасть через окно. А ну. Есть, можно доски разбивать. Все, пацаны, я внутри. Шарик летает. Шарик летает? Ребята, это очень страшная заколдованная пиццерия. Что-то здесь творится реально неладное. Что за фигня? Почему шарик летает сам по себе? Ну, может, ветром дует его. А куда он нас ведет? Так, внимательно следим. Шарик. Так, да, Фредди прилетел. Что это значит с Фредди? Может, это его дух? А, смотрите, Фредди шарик держит. А, точно. Ого. Что там уже? Так, значит? Полетел дальше. Идем. Куда он нас ведет? Так лопнуть хочется. Ну, мы, наверное, не сможем его лопнуть. Как будто так. Он хочет тайну какую-то рассказать. Может быть, да, какая-то фишка здесь, секрет есть. До охранника нас ведет. Это он показывает, что мы будем как охранники? Типа мы следующие? В руку шарик ему положил. Так, я отойду подальше, что-то мне страшно, пацаны. Он летит дальше. Так. Не хочу за ним лететь. Балунбой вылез. Это была ловушка. Это была реально ловушка. Ай-яй-яй, поймал. Но он кидает только скримеры, мы живые остаемся, да чисто пугает. Получается, всех охранников он здесь не убивает, а запугивает до смерти. Фу, блин, это пиццерия странная. Я первый раз такое вижу. Надо будет сюда вернуться с оружием. Он Опа. Стоит над трупом. Кушать может? Не знаю, он просто смотрит на него. Подойдите, посмотрите. Никто не боится. Он его ударил ногой. Ой. Опа. Он сейчас где-то появится, может, в любом месте. А нет, он вернулся назад. Белый шарик уже. Может, он на пинки работает? Может быть. Я хочу это сфоткать. Он ему в руку дает шарик. Все, я это запомнил. Очень странная пиццерия. Опа. Все, пропал шарик. Так, выходим. Сидит аниматроник тут. Где? Тут не было раньше. Где? Идем покажу. Посмотрим. Ёшкин кошкин. Его точно не было здесь. Как-то я его немножко боюсь. Постою здесь в сторону. Он оживает. Побежал за нашим. Быстрее. Все на улицу. Быстрее. Бежим. Тачку садимся. Поехал. Машина не едет. Она поломанная. Что такое? А, едь. Да что с машиной? Если понравилась эта серия и вы хотите еще таких офигенных рубрик, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!